Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Волков Сергей, и мы рады приветствовать вас на канале нашего агентства «Паттайя-град». Я не просто так начал ролик у моря, ведь наш следующий объект находится на первой линии в 50 метрах от пляжа, и называется он «Аром Жамтен». Находится он, соответственно, на Жамтене. Сдача данного проекта запланирована на второй квартал 2026 года. Это говорит о том, что на данном этапе вы можете заключить сделку на более выгодных условиях. Сейчас цена начинается от 139 тысяч долларов за апартаменты площадью 32 квадратных метра. Что ж, на улице сегодня неудивительно, но снова солнечно, поэтому давайте скорее зайдем внутрь под кондиционер и посмотрим доступные для нас варианты. Аром Жамтен Паттайя – это новое слово элитной недвижимости в Таиланде. Застройщик Kalas Development Company уже известен такими проектами, как Situs Beachfront Паттайя, Дельмара и Апус. А это уже гарантия качества и успеха нового проекта. Ведь репутация застройщика, в первую очередь, это и наша репутация. Если говорить о внутренней инфраструктуре, то тут все на высшем уровне. Два бассейна, один из них на крыше 45 этажа, подземный паркинг, фитнес, детская комната, воркзона и даже собственный спа-салон. А теперь давайте посмотрим наш первый вариант. Студия, благодаря панорамным окнам в пол, выглядит вполне просторной. Легкий и светлый дизайн не давит и не съедает пространство. Все квартиры также продаются с чистовой отделкой, со всей мебелью, бытовой техникой, интернетом, спутниковым телевидением и системой «Умный дом». В ванных комнатах предустановлены водонагреватели и сантехника высшего качества. Наш второй вариант – квартира с двумя спальнями. В ней предусмотрена отдельная кухня и три кондиционера в каждой зоне. Во всех апартаментах кондиционеры интегрированы в дизайн интерьера, и их совсем не видно. На кухне четырехкомфорочная индукционная варочная панель, духовой шкаф, двухсекционный холодильник, а также стиральная машина и сушка. Очень удобно для семейного проживания. В данном варианте имеется два санузла и еще один приятный бонус. А вот и приятный бонус – ванная на балконе. Вы только представьте, каково принимать водные процедуры на 40-м этаже на закате. И наш третий вариант – One Bedroom площадью 47,5 квадратных метров. Кстати, на каждом этаже будет находиться по 8 квартир, и при желании можно объединить несколько в апартаменты большей площади. Советуем выбирать вам этаж повыше, ведь все варианты с видом на море. За исключением варианта студии, который мы показали в самом начале. Ну и по традиции, немного полезной информации в конце ролика. Хотелось бы рассказать вам о системе рассрочки. Она у нас довольно-таки простая. 200 тысяч бат вы платите при бронировании квартиры, которая вам понравилась. Далее, со своей стороны, мы готовим все необходимые документы, и в течение 30-60 дней при подписании договора вы оплачиваете 25% стоимости недвижимости. На период застройки мы планируем для вас удобный график платежей 50%, и при получении ключей вы оплачиваете остаток 25%. Все довольно-таки просто, впрочем, данная информация есть и на сайте. Также по индивидуальному запросу мы с радостью ответим на все ваши вопросы. Ну, на сегодня, пожалуй, все. Так что увидимся на сайте и до встречи в Таиланде.